Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Fiat Doblo 2008 года выпуска. Двигатель 1.3 турбодизель, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 394 тысячи километров. Делали форсунки, регулировали, отдавали их на переборку. И после этого вырвало третью-четвертую форсунку, шпильку. Там она уже была немножко подтянутая, но здесь, видать, буквально чуть-чуть перетянули, и все. Итог, на ходу брызнула соляра. Сейчас открою капот. Сейчас попробуем установить шпильку другую. Хозяин автомобиля снял здесь воздушный фильтр. Все солярой залито. Сейчас возьму, закрою воздухозаборник, замою очистителем и продую. А так получается вот он. Стояла и ее вытянула. Закрою. Очиститель тормозов. Два болта. Форсунки надо снимать, третью, четвертую. Так. Потому что это не снимется никак. Да.
чтобы у нас гидроудара не получилось. Сейчас из цилиндров тоже откачаю. Шайба старая. И здесь. Ах, что-то убегает. Тоже старая шайба. Она бежала в солярке в цилиндр. Она бежала в солярке в цилиндр. Мы сейчас оттуда откачаем, а потом мы крутанем этот коленвал перед тем, как запускать. Ага. Колесо два, да? А? Колесо два не доведет. Ага. Нет, где-то не попало, наверняка, там они зажаты, а эти же, видишь, их вырвало, и поэтому оно попало туда. Вычистил гнезда, сейчас беру колодцы, закрываю. И будем пробовать нарезать резьбу. Сейчас замерим, насколько она там ее выбила уже. Надо ли? О, мухи летают, ожили. Так. Ну, а дальше стружку соберем, а уже потом снимем. Взяли такую ремонтную шпильку 10 на 8, здесь шаг 1,5. Беру мечик первый номер и пробую, не спеша, потихонечку через крышку прямо. Резьбу просто вытянула. Возьму литольчика, нанесу, чтобы собиралась. Так. Ну и вкручиваю, сколько могу. Нарезал я резьбу на всю глубину мечика, сколько он есть. И теперь беру вот эту шпильку, вкручиваю. Крышку прошла, в головку вошла и уже... Здесь момент затяжки-то небольшой, здесь главное каждый раз устанавливать новые шайбы, а момент затяжки 23 ньютона-метра. Вот так вот. Вот она шпилька. Главное, чтобы нам хватило высоты.
Так, беру еще, продуваю и вытаскиваю заглушки тряпочные. Так, все, шпилька на месте, стружку убрал, форсунки смазал, заглушки эти убираю, ставлю новые шайбы. Немножко литольчиком смазал и две новых шайбы одел. Ставлю и форсунки на место опускаю. Здесь конус. И гаечка. Динамо ключ беру. 23 ньютон-метра ставлю. И пробую подтягивать. Немножко подтяну, но не затягиваю. Сейчас. Форсунки подтяну. Обратку. Дотягиваю. Боязно. Не, головка соскочила, думал, на резьбу сорвал. Длинную головку взял. Чё-то я побаиваюсь я, хотя там уже сейчас десятка. Не буду я ее дальше тянуть, заведем ее и проверим. Ставлю фиксаторы. Щелчка пока не жду. Так. Один фиксатор и все, на место поставил.
Так, эти. Болты оба наживляю. Сейчас поднимаю автомобиль, сниму правое колесо и коленвал проверну пару раз, проверить, чтобы у нас все проворачивалось гидроудара, чтобы не было. Коленвал провернул 2-3 раза, все прокручивается нормально. Так, убираю тряпку, воздух пока не ставлю, расходомер не ставлю, должен без него работать. Ну, если не будет, тогда подключим. Мне надо посмотреть, чтобы там ничего не сопело. Запускаем, пробуем. В данный момент под форсунками все сухо, но мы даем ему поработать. Пусть поработает, прогреется, погазуем маленько и потом перепроверим. Но по пасти видно, пока сухо, все нормально. Прогреваем. Ну вот, прогрелся двигатель, поработал, погазовали. Все получается как с одной, так и со второй форсунки, все сухо, соляру не давит, ничего не подкидывает. Будет ходить и будет работать. Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и на этом замену шайки и также шпильки я закончу. Всего вам доброго. Ну и как всегда буду теперь с просьбой обращаться, подписывайтесь на телеграм-канал, на Яндекс.Дзен. Все ссылки в описании под видео. Всего вам доброго.